Друзья, всем привет! Пошло как по маслу. Наверняка слышали это выражение. Что касается вязальных машин, то пошло как по маслу. Это когда мы работаем на обслуженной машине и подготовленной пряже. Что такое подготовленная пряжа? Ну, конечно, можно потереть пряжу сверху парафином. Не знаю, что это даст, честно говоря. От моли это точно не защищает. И помогать вязать как по маслу это тоже не помогает. Возникают вопросы. А что, если у меня на моталке нет стойки для парафина? Вот тогда, наверное, нужно натирать сверху бобину парафином. И нет, черт возьми, нет. Можете провести, кстати, даже эксперимент. Особенно наглядным он будет на пряже для ручного вязания. Например, такой, как нарцисс, или, например, пряжа, которую я держу сейчас в руках, это хлопок Ян Арт для ручного вязания. Знаете, бытует мнение, что пряжа в бобинах, ее не нужно готовить, особенно я же покупала итальянскую пряжу в бобине. Но зачем ее готовить? Разве она не пропитки? Увы, ее тоже нужно готовить. Ну, во-первых, вы не знаете, когда пряжу парафинировали. Даже часто, когда продавец говорит, что пряжа этого года выпуска, не факт, что это соответствует действительности. Если же мы говорим о пряже, которая вообще давненько постояла, то да, ее нужно готовить. Более того, парафин не только позволяет машине вязать то, что он не очень хочет вязать, позволяет сделать пряжу более плотной, более эластичной. Не нужно бояться, что парафин потом не сможете удалить из изделия. Самая обычная моталка, в которой, как видите, нет никакой стойки для парафина. Или у вас электромоталка, в которой, давайте представим, что в ней тоже нет стойки для парафина. Итак, мы берем парафин, берем пряжу, кончик нити, который до входа в моталку, и придерживаем вот таким образом, только не вжимаем, потому что перепарафинированная пряжа тоже отвратительно вяжется. Более того, она может рваться и просто засорять машину. Придерживаем ее большим пальцем. Для того, чтобы понять нажим, просто прижмите пальцем и легко проведите. Пряжа должна просто скользить по парафину. Итак, удерживаем пряжу в одной руке и начинаем перемотку. Достаточно ли парафина на вязальной машине? В общем-то, достаточно, если пряжа у вас действительно свежая, и она у вас на бобине, то есть предназначена для машинного вязания, то да, в общем-то, да. Если же изначально вы берете пряжу для ручного вязания, то только на машине недостаточно. Предварительно необходимо при перемотке пропарафинировать пряжу и дополнительно установить парафин на вязальную машину. Парафин может быть специально предназначенный для вязальных машин. Сейчас его очень много на любых маркетплейсах. А можно просто взять самую обычную парафиновую свечу. Без отдушек, без красителей, без масел. Вяжите с удовольствием, вяжите легко, вяжите как по маслу.